Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Я сегодня нахожусь на грибной разведке. Это Рассашанский район, Воронежская область. Сегодня число 11, по-моему. Нет. 10 июня 2022 года. Рассашанский район, Воронежская область. Осиново-березовые посадки и сосна здесь. Все есть. И будем искать грибы. Поехали! Первый гриб, который мне встретился, это подосиновик. Белоножковый, наверное. Да, подосиновик белоножковый. У них у молоденьких ножка белая, потом чешуйки постепенно буреть начинают. И чем суше погода, тем, по-моему, они быстрее буреют, темнеют. Молоденький красавчик. У подосиновиков иногда их, кстати, бывают путают с подберезовиками, хотя это лекцинум один род, лекцинумы абабок, род абабок. Вот. У подосиновиков темнеет при повреждении мякоть. Вот. И опять же, да, красные шляпки. Обычно подосиновик — это еще одно народное название у него, это красноголовик. Но опять же, есть и другие подосиновики. Например, осиновик белый, у которого все светлое, кроме мякоти, которая при повреждении тоже, темнеет. Ну, кстати, микологи осиновик белый причислили к подосиновику желто-бурому. Видимо, на основе генетических или микроскопических исследований. Теперь это форма подосиновика желто-бурого. Хоть он до сих пор по многим источникам осиновик белый находится в Красной книге, но это не отдельный вид уже. Так, а это подосиновик, скорее всего. Хотя, вот чешуйки. Не, подосиновик желто-бурый все-таки, скорее всего. Не осиновик белый, все-таки слишком рано у него чешуйки-то потемнели. Да, подосиновик все равно, как-никак. Корзинку, первый грибочек за сегодня. Надеюсь, еще будут. Прогуляюсь. Вот еще, друзья, вот теперь мы и выяснили. Это подосиновик белоножковый. И тот первый был белоножковый, и вот этот. Вот он, молоденький, с белой ножкой. Да, не желто-бурый. Кстати, подосиновик абсолютно съедобный гриб. Можно готовить без отваривания. Но опять же, старайтесь собирать, если вы готовите без отваривания, то это должны быть все-таки экологически чистые места. Два. Хорошо. Вот они, друзья, и подберезовики. Смотрите. Ну, их я срежу, не буду выкручивать. Вот. Слегка побитые червями. Похоже, оба будут. А вот этот третий. Ух, смотрите, как он рос. Изогнулся. А этот третий вообще чистенький. Так. Ну, я смотрю, они не сильно побиты. Ну, не хочу их обрезать, такие красивые. Дома обрежу. Да. Вот и подберезовики нарисовались. Вот, друзья, встретилась свинушка ольховая. Свинушку ольховую, как и тонкую, причисляют к ядовитым грибам. Многие грибники их собирают, солят, маринуют, жарят, конечно. Хоть и причислена она к таким. Я их тоже периодически собираю, готовлю. Они мне очень нравятся. Жареные, маринованные. Но никому рекомендовать не буду. Были там ряд научных работ по свинушки тонкой, антиген свинушки тонкой, который встраивается в эритроциты.
Вот. Есть много споров о ней, поэтому так. Решать каждому самому, собирать их или нет. Подберезовики, подосиновики и свинушки. Свинушка ольховая, еще раз. Или свинушка осиновая, по-другому. Гриб образует микоризу с осиной и с ольховой. Вот еще грибочек. Вот так вот буреют пластинки при повреждении. Если пальцем вот так провести. Такой вот, друзья, итог. Времени просто нет сегодня подольше походить. Это я заскочил разведать. На днях я, да, наверное, уже завтра я сюда поеду подольше походить. Да, под березовики, под осиновики, немного свинушек. Ну, завтра, наверное, буду искать только под березовики с подосиновиками. Да, всем удачной тихой охоты. Пока.